Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет влог. Главный герой. Слушайте, не могу с ним. Миленький мой котик. Сегодня у меня будет влог, посвященный, наверное, красоте, подготовке к лету, к весне. Сегодня будут покупки у меня аксессуаров, одежды и уходовой косметики немножечко. Снова сделала заказ ухода. Так что, и, конечно же, ла мода. Ну, куда без нее? Так, сейчас вот прям чувствую, что он что-то мне свалит тут. Вот. Не просто так он сел, понимаете? Вот он миленький мой зевает. В общем, давайте обо всем по порядку. Сегодня я вам покажу для начала свой заказ с сайта Wildberries. Я там заказала себе солнечные очки. Вообще у нас тут была погода плюс 12, было солнечно несколько дней. Я задумалась о том, что мне нужны солнечные очки, потому что когда, в том числе, когда я езжу за рулем, это просто для меня необходимость. Ну и, конечно же, для красоты. Давайте я вам покажу очки. У меня вот такие три коробочки. Эти очки пришли, так вот мы сделаем. Я вам все ссылки оставлю, конечно же, под этим видео. Вот такие вот три у меня коробочки. Все это было еще запаковано в пупырчатую пленку и просто в пленку. Но я все это сняла просто, когда в пункт выдачи пошла, чтобы проверить, все ли внутри в порядке. Но все было настолько хорошо запаковано, знаете, что сомнений не было. В общем, давайте буду показывать вам очки. Вот так вот называется марка. Но я вам все ссылки оставлю. Можете пройти посмотреть. У них там на самом деле очень много различных солнечных, различных вариантов, различные модели. Соответственно, можно подобрать под любой тип лица. Хотя я считаю, что, знаете, тут где-то смотрела, что если вы подбираете не под типу своего лица, то это некое такое... Ну, короче, это тоже бывает прикольно. Давайте я вам покажу очки, которые я выбрала. Мешочек. Кстати, вот это вот то, что мешочек, а не чехольчик. Это очень супер, потому что оставляю, когда я в машине, ну, так удобнее. Я там кладу на специальную такую полочку для очков. Сами очки еще были вот тут запакованы. Я просто все сняла, пока мерила. И что самое для меня главное, блин, девочки, это салфетка. Каждой паре очков идет салфетка, потому что я их постоянно теряю, и мне как раз положу машину вместе с очками. Смотрите, первые очки у меня вот такие. Класс! Девочки, я специально собрала волосы, чтобы было видно. Ну, супер! Слушайте, мне нравятся вообще очки, я считаю, огонь. Несмотря на то, что они даже такие... широкие. Во-первых, они очень темные, то есть блики, когда едешь за рулем, знаете, вот эти блики идут от дороги мокрой, и вот они как раз супер. У меня вообще плохое зрение, но я ношу летом, весной чаще всего линзы, потому что, ну, так мне удобнее, комфортнее. Супер. Моему котику нравится. Так, следующее. Давайте я сразу все буду мерить, показывать вам. То же самое, следующая модель, да, идет пакетик, мешочек, точнее, правильно сказать, да. Также все было тут хорошо запаковано, вот эти все бумажки на дужках были. Также идет салфеточка здесь же, в общем, супер. Следующая модель, я выбрала вообще все черные, там, естественно, есть и коричневые, но не все черные, одна пара у меня коричневая. Почему? Потому что черные, в общем, я для того, чтобы ездить за рулем, черные, ну, мне тоже супер, да, они немножечко похожи вот на эти, да, вот смотрите, я вам так вот покажу, но здесь более тоненькая вот эта вот дужка у очков, здесь потолще, и вот эти вот, они такие полегче, скажем так, вот смотрите, видите, здесь еще такая как бы пластиковая под золото. В общем, вот такие вот тоже темные, черные. Ну, мне больше, кстати, подходят черные, потому что волосы тоже черные. В общем, вот такие вот очки. Очень классные, супер.
Давайте эти снова примерю. Эти более такие массивные, да? Более толстая дужка. Но мне нравятся и те, и те. Я прям вообще в восторге от них. И одну модель я заказала. Такой, знаете... У меня, короче, таких очков не было. Такой... Не то, что такой формы. Ну да, такой, такой модели. Тоже идет вот коробочка. А, тут еще идет такая как бы визиточка. Вот. Мешочек, чтобы они не пылились, не пачкались. Сами очки. Вот эти уже коричневые, тоже вот эти бумажки. И здесь идет салфеточка еще одна. То есть у меня еще три салфеточки, что для меня супер. И это вот такая модель. Смотрите. У меня таких очков никогда не было, честно вам признаюсь. Но когда я увидела у них вот эту модель, я просто думаю, ну мне они нужны однозначно. Оп. Слушайте, мне кажется, мне даже прикольно. Но прикольно, наверное, с распущенными волосами. Мне действительно очень нравятся эти очки. Смотрите, они еще, видите, сбоку. Ну, давайте я вам поближе вот так покажу. Смотрите. Оп. Классные модели. Там вообще у этого продавца очень много разных моделей. То есть реально можно выбрать на любой вкус, на любую форму лица. И ну, очень классные. Много положительных отзывов. Я рекомендую. Они очень прикольные. Несмотря на даже на то, что вот эти такие помассивнее, как бы немножко, да. Они очень легкие, удобно сидят, нигде не жмут. Вот здесь вот не передавливают, на переносице не передавливают. То есть, и при этом они сидят плотно. То есть нет такого, что, знаете, ощущение, что они вот-вот слезут с вас. Так, еще раз. Огонь. Девочки, прям такая. Ля рокерша. Ну, класс. И вот эти вот. Вот эти мне тоже очень нравятся. Тоже они очень легкие, приятные. В общем, мне понравилось, девочки. Мне очень понравились. Я всем вам рекомендую. Вот такие вот у меня очки новенькие. Как раз весна-лето. Я думаю, что я их просто буду таскать везде. Одна пара у меня 100% в машине. А вот эти вот просто, ну, какой-то образ, знаете, сделать такой вот. Супер. Котик мой, как тебе? Вот что он там сидит? В общем, супер. Ссылочку я вам оставлю под этим видео. Очки рекомендую. Они действительно очень хорошие. В плане того, что они легкие, удобно сидят, нигде не передавливают, не сдавливают ни здесь, ни на переносице. И при этом очень комфортные и не болтаются у вас. То есть не будет ощущения, что они вот-вот у вас спадут. Так что вот такие вот у меня покупки. Ссылки вам оставлю. Ну и давайте, конечно же, поедем на La Mode. Ну что, я в примерочной La Mode на пункте выдачи. Буду в этом видео озвучивать цены, за которые я приобрела те или иные позиции. Не которые сейчас на сайте, а за которые я приобрела. Потому что я все по акциям, как всегда, везде. В общем, первое, это вот такая куртка. Я ее на самом деле уже мерила в другом цвете, в фиолетовом. И мне не понравилось. Я хотела что-то такое потемнее. Хотя это такая тоже серо-фиолетового цвета. Возможно, камера неправильно передает. Куртка стоила 1490 рублей. То есть я за нее отдала 1490 рублей. Я думаю, что до 0 градусов она будет отлично. Даже, может быть, минус 1, минус 2, там, до минус 5. С солнышком, с теплым свитером будет супер. И еще куртку эту я приобрела. То есть я перезаказала в другом цвете. Сейчас данного цвета куртки нет в наличии на сайте. Я посмотрела на момент записи этого видео, да. Есть в других цветах и стоит уже подороже, 2 с лишним тысячи. Первый раз, когда я мерила эту куртку в другом цвете, она стоила 2500. Следующее платье, это 100% вискоза, 966 рублей, большемерит платье, я считаю. Хотя, с другой стороны, возможно, это крой такой этого платья, поэтому оно выглядит, то есть без пояса, оно выглядит такой прям свободной рубашкой, потому что рукава были нормальные. Я бы не стала брать меньше размер, вот видите, оно какое широкое. То есть, мне кажется, это такой крой. В общем, это платье я взяла. Стоило оно 966 рублей. Я уже не помню, сказала я или нет. 100% вискоза. Я считаю, супер. Просто очень приятное к телу. Такое нежное, струящееся.
Потрясающее, на мой взгляд, платье. Следующее фиолетовое вот такое. Что-то я подсела на фиолетовый цвет. Я его тоже приобрела, несмотря на то, что у меня торчит животик. Но ничего страшного. Значит, в составе полиэстер 70%, вискоза 30%. Очень мне понравилось. Приобрела я его за 1197 рублей. Вот такое оно, как бы получается, в рубчик. Но мне на самом деле очень понравилось это платье. Сверху оно облегает, далее так расширяется. У меня есть утягивающие колготочки, так что вообще будет идеально. Здесь я меряю, соответственно, не на колготке. Вот. Ну, примеряю тут с этой курткой. Короче, я в примерочной была очень и очень долго. Взяла эти два платья и также взяла вот эту куртку джинсовую. Это 100% хлопок. Стоила она 990 рублей. Я отдала за эту курточку. Мне очень понравилось то, что она дырявая, то, что по низу идет бахрома. Мне кажется, на лето со спортивными штанами, с джинсами. Супер. И вот такие вот брюки, которые стоили 900 рублей. Сразу скажу, я их не взяла. Хотя они хорошо сели, да, они длинные, но я могу их укоротить. Значит, по составу эти брюки 63% вискоза, 32% нейлон, 5% спандекс. Почему не взяла? Потому что ткань такая, у меня уже были брюки из подобной ткани, которая просто скатывается после первой же стирки. Поэтому, причем образуются такие маленькие катышки, которые невозможно убрать, даже вот, как бы, тут я пытаюсь показать эту ткань, которую невозможно убрать даже машинкой, да, для убирания вот этих катышек. Хотя в сочетании, да, вот эти брючки с этой курточкой, было бы вообще огонь, но я решила, что я намучаюсь с этими брюками и решила их не брать. Следующее у нас будет неудачное платье. Стоило оно 650 рублей. Хлопок 92%, лайкра 5%. Не на мою фигуру. Или надо было брать размер больше. Девочки, у кого хорошая фигура, рекомендую. Качество мне понравилось. И следующее платье стоило 615 рублей. По составу хлопок 95, эластан 5%. Опять же, не на мою фигуру, или мне нужно было брать на размер больше. Это как минимум. Два вот этих последних платья я не взяла. Вот это планировала носить с джинсовой курточкой. Мне кажется, было бы супер. Так, ну что, и давайте покажу вам свой заказ с сайта Фармакосметика. Извиняюсь за посторонние звуки, это мои мужчины делают ремонт. Вот, тут моя Джусенька лежит, отдыхает. Во-первых, я заказала из того, что повторяю, причем не один раз. Это вот такая ночная восстанавливающая маска от Aravia Laboratories. Очень мне нравится, действительно улучшает цвет лица, сияние, в общем, питает, увлажняет очень хорошо. То есть это моя прям палочка-выручалочка для лица, шеи, декольте. В принципе, я так и использую для сухой, очень сухой кожи. Видите, не требует смывания. Я действительно наношу достаточно таким плотным слоем. И вот видите, для проблемной и жирной, для жирной, проблемной и нормальной кожи можно смыть ее, да. Я наношу таким плотненьким слоем и где-то примерно, наверное, через час ложусь спать. Ну, примерно как-то так у меня получается. Мне очень нравится эта маска, девочки, она огонь. Всем рекомендую. Ее, видите, можно использовать и, как я здесь вот показала, для жирной проблемной кожи. Так, дальше я заказала снова вот этот, повторила, тоник от марки Zaytoon. Наверное, так правильно. Очень мне нравится эта марка. Прям вообще супер. Это у меня что за тоник? Сейчас я... Ой, так мелко написано вообще. Смотрите. Даже у меня камера не хочет фокусироваться. Это, в общем, с ахакислотами, гуарной, какой-то витамином В3. Мягко растворяет, удаляет омертвевшие клетки, тонизирует и так далее. В общем, вот такой тоник решила тоже попробовать. Я не скажу, что это марки супер тоники, но что-то мне нравится. Но не супер. Я бывали и получше, скажем так. Так, две новые
позиции для себя заказала. Конечно, возможно, сейчас перед летом не стоит такое заказывать, но я живу в Санкт-Петербурге, поэтому все нормально. С утра какой-нибудь BB-крем с SPF и супер. Вот такой, в общем, ночной крем с кислотами. Ага, кислотами 5,5%. Не знаю, вот честно говоря, впервые, но читала много положительных отзывов. Видите, омолаживающий ночной крем. Супер. Чем-то здесь заклеено. Я не знаю, кто это. Ой, кто это производитель? Сейчас я посмотрю, девочки. Изготовитель, город Москва, Россия. Вот такой вот, в общем. Название такое, да, обычно у корейских марок. Это крем для лица, а это ночной крем для кожи вокруг глаз. Вообще, впервые увидела именно ночной крем для кожи вокруг глаз. Обычно он универсальный для всех способов. Здесь тоже, сейчас я прочитаю. Вообще мелко так, девочки, вообще кошмар, да? Ничего не видно. Тоже 0,05% ретинола. Вот, видите? В общем, попробую, расскажу. Вот насчет этого не знаю, но много положительных отзывов именно на эту марку. Я почему-то решила взять вот такие два кремушка. Так, подарков здесь никаких опять нет. Вообще фармакосметика не балует на подарки, но хорошие цены. Я покупала со скидкой 40 с лишним процентов. И заказала вот такую штучку. В принципе, из-за нее и заказывала. Не теряю надежды. Надежда умирает последней, да? В общем, вот такое средство для... вообще здесь, по-моему, для... Так. Вот. Крем моделирующий плоский живот. Ну, типа, на самом деле, я могу сказать, что подобные кремушки, ну, я пользовалась рад... А что это у нас? Китайская какая-то марка? Сейчас посмотрю производителя, девочки. Где? Конечно же, производитель написан вот тут, где ничего не видно. А, это Корея. Корея. Вот такие средства я покупаю не для того, чтобы уменьшить объемы талии, хотя надежда умирает последней, еще раз повторюсь. А в основном они очень хорошо подтягивают кожу. Вот особенно девочки после родов, после похудения, да, вот у кого есть тоже проблема такой лишней кожи в области живота, вот рекомендую. Не обязательно вот это средство, это я покупаю впервые, тоже попробую. Потом расскажу, но, наверное, когда закончится, потому что, чтобы понять вообще, когда закончится тюбик, я имею в виду, чтобы понять действие. А так, я рекомендую любые крема для похудения именно живота, вот у кого есть кожа, как бы, да, такая дряблая на области живота, потому что спорт это, конечно, хорошо, массаж это тоже, массаж это вообще супер, но кожа чаще всего остается, поэтому тебе с такими историями все средства хороши, так что в общем, попробую. В общем, у меня вот такой небольшой заказ получился. Вот. Вообще, я думала, что это корейская история. Но прикольно, что Россия, да? Ну, посмотрим. Попробую вот эти средства и расскажу. А вот это рекомендую, получается, всем. То есть, для жирной, комбинированной, нормальной кожи просто как маска для лица, которую смывать. А для сухой кожи на ночь. Супер, мне очень нравится. Действительно, очень хорошо питает и увлажняет. Вот, так что еще вот такой вот у меня был заказ, ссылки, как всегда, оставлю под этим видео. И немножечко хвостиков, ситуация перед сном. Наверное, у всех, у кого есть хвостики, ситуация примерно такая же. Это я пришла спать уже. Вот, ну и на сегодня уже буду с вами прощаться. Все ссылки я вам, конечно же, оставила под этим видео. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, было полезным, интересным, хоть и небольшим, но я искренне стараюсь почаще для вас выкладывать и побольше снимать, но... Ну, когда как получается, да? Но я очень стараюсь. В общем, всех люблю, целую и до новых встреч!